Как вы прокомментируете вчерашнюю информацию о якобы находящемся на подписи у президента или даже подписанном указе о ликвидации Института истории имени Марджани? Не кажется ли вам, что при любых разумных аргументах за такое решение в год столетия ТСР оно вызовет бурю негодования в среде национальной интеллигенции? Никакой ликвидации Института истории имени Марджани не предполагается. У нас на сегодняшний день Институт истории имени Марджани во все времена был всегда в поле особого внимания руководства республики. Вот таких вопросов сегодня поступило очень много, поэтому никакой речи о ликвидации института не идет. На сегодняшний день обсуждается то, в какой форме дальше будет институт развиваться. Все на стадии обсуждения, как можно было бы усилить его работу. Исключительно только в этом русле идет обсуждение. Поэтому никаких планов о ликвидации этого института у руководства республики нет.